Всем привет, с вами Блогер Чам. Сегодня мы проведем битву практически из манги. У нас сегодня Найтлендс против желтого Шаркейджа, а не классического. И с вами лесного Леха. Да, давайте начнем с желтого. Мне кажется, все неплохо. Я вообще не знаю, как победить. Ой, я там чуть-чуть витамины потерял. Вообще не очевидная вещь. Да, я в душе. О, Найтлендс 1-0. Есть такое, но и атака лучше. Порвать меня, вероятнее, не может. А при том, что защита, он имеет хорошую выносливость и может выбить из своего блейда, ну, самого слоя блейда. Вот, поэтому... Это очень хороший выбор. Я бы не сказал, что это что-то плохое сильно. Но пока Найтлендс 2-0. Третий раунд. Сейчас я решу. Не под углом, а по прямой. Как так будет запускать? О, 2-2. 2-2, погнали. Врать не буду. Сначала взорвал меня Найтлендс. Да, 4-2. Хотя я бы не засчитывал, потому что там как-то на приземлении это все было сделано. Странно. Можем не засчитывать? Можем. 2-2. Еще раз. Вау. Мы потеряли много станина, только мы больше. 3-2! Найтлендс снова впереди. Опять что? Кошка, кстати. Он взорвался, но устоял. А я не знаю, что делать. Ну, это, наверное, 5-2 все-таки. Автомобиль! 8-2! Экстрим финиш, Найтлендс впереди. И чуть-чуть осталось, чтобы закончить. 8-4. Блин, Найтлендс первым взорвался объективно. 6-8. 9-8. Да. Победа за Шаркейджем, я вам гарантирую. Ты только что говорил, что шанс призрачный. Пока еще нет. 9-8, все может положиться как угодно. Не надо стянуть бой, чтобы от тебя жестких атак не получать. Тамини, я так понимаю, я вывезу. Ой, спасибо тебе, Лэн, что выдержал. Это вообще кринж какой-то, да? Он взрывался сколько подряд раундов. Просто unbelievable. Мне кажется, 9-9. Мне кажется, 9-9. Блин, 9-9 у нас решающий раунд. Да. А перед финальным раундом стоит сказать, что все эти волчки Beyblade X от компании Itakara Tomy и от других компаний можете купить на Beyblade Championship. Вот Леха купил рандом бустер, и ему попался вот такой Шаркейдж. Если вы его заказываете отдельно, то он стоит намного дороже, чем рандом бустер в Beyblade Championship. Поэтому всем советую. Ссылка в описании. А теперь финальный раунд. Погнали! Я вот не знаю, типа, сначала мой взорвался. Да, не, видно, что твой вначале взорвался. В итоге Найтлендс у нас чуть-чуть переигрывает Шаркейджа. 11-9, это была очень равная битва, очень классная. Я надеюсь, вы испытали тот драйв, который испытали мы. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.